спрашиваю, можно ли у вас сидеть в машине? Ну нет, конечно, нельзя. Так а зачем поездка по навигатору займет? В смысле? Вы такси вызываете или кальянную на колесах? Ну а вы почему не хамите? Как? Ну вот вышли к машине. Ну постойте, вы покурите. У меня нет времени постоять, покурить. Я же не курю обычные сигареты. Я спрашиваю про электронную сигарету. Я понял вас. Ну, нельзя курить. Так я вам не хамлю? Вы очень противно. Да? Ну хорошо, 500 рублей, курите, хоть закуритесь. Обязательно. Будете? Молодой человек. Да? Едем молча. Вы мне указываете? Я вам не указываю, я с вами нормально разговариваю. А вы мне хамите. Как? Хамите. Ну как? Ну это мне решать, как вы мне хамите. Ну как? Можно просто вот. Мне вот просто интересно. Просто скажите мне, и я замолчу. Вот как я вам нахамил? Вы можете пользоваться приложением, чтобы писать, что возможно, а что нельзя в машине. Вы не единственный таксист на весь город. Угу. Да. Ну так вот другие тоже разрешают. Надо просто попросить. Я нормально. Да, а я не говорю, что вы плохо попросили, или вы какая-то хамка. Я вам говорю. Я вам ответил, да. Тоном нормальным спросил. Вы мне что говорите? Я написал, сказал. За бред вы спрашиваете? Да, что за тупость вы пишете, да? Да, я сейчас могу это повторить, потому что это тупость. А почему вы не отвечаете в комментариях? А зачем мне это надо? Ну, а почему я должна тратить свое время? Какое? Вы вызвали такси или вы покурить? А вам какое дело, что я вызвал? Так я понимаете, это такси, а не кальяна, это не бар здесь, чтобы бухать. Что? Так вот, это такси. Если вы хотите покурить, сходите в кальянную покурить. Если хотите попить, идите в бар. Понимаете? Вы едете, как вам сказать? Не знаю, как вам объяснить. У вас... Вам принципиально? От того, что я покурю одну сигарету, вы умрете, да? Я не умру. А зачем мне это надо, можете сказать? Вот для чего мне? Вот вы будете курить, а мне зачем это? Я вам сказал, вы хотите покурить? Да, я могу пойти на ваши уступки. Но мне же тоже что-то нужно. Заплатите мне за это. И курите. Вы мужики охренели, наконец-то. Я понимаю, феминисты. А вы думаете, вы не охренели, так сказать, да? Мы нет. Нет? Чем? То есть вы себя нормально, так сказать, культурно, адекватно ведете, да? Я себя абсолютно нормально веду. Я не говорю, что вы хамите. Я имею в виду то, что вы вот... Это у вас в порядке вещей. Нужно покурить, что я вам не отвечаю. С какой стати я вам просто должен отвечать вообще? Ну не хочу отвечать, я вообще за рулем еду. И не имею права отвечать. Молодой человек, здесь будет сновочка, встаньте меня, пожалуйста. Да, а хорошо. Я вам самую низкую оценку выставлю. И пожалуйста на ваш дебильный, нашу дебильную манеру разговаривать. Хорошо. Будьте добры, научитесь разговаривать. Хорошо, обязательно, конечно.